Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня закупка продуктов из магазина «Лента». Ездил у меня туда муж, ну и чек, как всегда, будет в конце видео. Вот такая закупка у него получилась. Давайте начнем отсюда. Здесь сразу покажу: картошка 5 килограмм, ну, сетка большая. И лук эконом, вот такой, по 24 рубля. Хороший лук, кстати. Немножко бытовой химии, попросил его... кондиционер вот такой вернель он купил, и туалетную бумагу вот такую. Кстати, такая туалетная бумага у нас в фикс-прайсе продается. И здесь еще 5 килограмм сахара. Он сразу, обычно, когда я прошу, берет мне большую упаковку, чтобы я не таскала уже. Так, дальше здесь яйца отборные, 30. Мясо никакое не брали, потому что я сейчас, хожу... магазин типа колхоз и тому подобное, и там покупаю мясо, рыба очень вкусная. Но взял он такие пепперони, они, кстати, очень вкусные вот этой марки, особенности на пиццу их очень хорошо использовать. Здесь сосиски, я их, если что, храню в морозилке, очень удобно потом с тушеной капусточкой сделать, например, или в пиццу также добавить, получается вкусно. Вот такую еще колбаску папа может... со шпиком какая-то, не знаю. Вот. И вот такой Дымов салями итальянская. Должна быть вкусно. Дальше. Здесь он купил набор для суши. Будет делать. Это рис. Вот такой. Две упаковочки. Кстати, он все время у меня берет вот такой рис. Очень нравится. Ну, соответственно, вот эти водоросли для роллов. Вот этот сыр как раз тоже очень вкусный. Он вкусный и так его кушать. Не только в суши-роллы использовать, а вот просто булочка, вот этот сыр, помидорка. И вообще очень вкусно. Я люблю его. Сливочный сыр вот такой. Дальше тоже вот эту он использует для суши-роллов с креветкой. Вот это вот икра Санта Бремер. Я как-то вам показывала тоже в небольших покупках во влоге. Тоже вкусная вот эта вот. И моя любимая, это имитация икры, я много раз говорила, это не то же самое по вкусу, что обычная икра, она немножко такая горьковатая, что ли, на вкус, но надо пробовать, если вы, даже не знаю, я и обычную икру люблю, и такую икру, и вот это вот мне тоже очень нравится, именно марки Балтийский берег очень вкусная, вот другие я пробовала, мне не очень нравится, но это не то же самое, даже по вкусу не то же самое, что обычная икра, ну, настоящая икра, я имею в виду, это имитация, что там на водорослях всяких делают, что-то подобное. Крабовые палочки, наверное, тоже к суше, вот такие вичи. И здесь еще вот такой вот салатик. Кстати, вот этой марки вкусные вот эти вот салатики в таких пакетиках. Это морская капуста, витаминный микс. Вот в таких пакетиках они очень вкусные. Сыр также здесь разный. Ну, я для запекания всяких еще использую. Вот такой сваля. Дальше здесь вот такой сыр. Великолужский молочный комбинат Гоя. И вот такой, это у нас пошехонский сырок, вот такой. Так, дальше напитки. Соки, как всегда, здесь яблочный, яблоко-виноград, томат, пепси, ну это как всегда. Масло, вот такое он взял, просила сливочное масло, взял вот такое, наверное, акция на него была. Вот, майонез, легкий, маленькую упаковочку, кетчуп вот этот. Мистер Рика, кстати, нам тоже нравится вот эта большая упаковка, но ее надолго хватает. И здесь еще немножко консервы. Горошек Хайнц, две упаковки, кукуруза и вот такие оливки. Еще взял с креветкой тоже. Да, еще по напиткам это в школу-садик. Вот такие супердринк, они очень, кстати, вкусные, нравятся мне детям. Но это как бы сок, разбавленный водой, я бы так сказала. Тут разные вкусы и просто еще обычный сок. Вот такой добрый, вот эти вот, удобная вот эта упаковочка, можно закрыть, если не допил. И масло Слобода, вот такую большую бутылочку. Так, дальше хлеб-булка, обычный батон нарезной лентовский, кстати, его хорошо в котлеты использовать. Вот такой тостовый хлеб, хлеб-каравай, это столовый. И вот такой вот лепешка, вот это, кстати, очень вкусная она.
лентовская. Вот она называется, лепешка царская, 73 рубля. Но она очень вкусная. Так, дальше здесь немножко чая и к чаю. Чай вот такой Липтон. И такой тортик балтийский. Очень тоже любим. Тульский пряник маленький вот такой. И сушки немножечко. Ну и овощи, фрукты. Здесь груша конференц по 149 рублей. Бананчики. Кстати, бананы очень ароматные, приятно так прям пахнут. По 43 рубля. Веточку небольшую. Яблоки Gala Dark по 79 рублей. И вот такая вот хурма. Это хурма инжирная. Кстати, вот инжирная хурма, она очень вкусная обычно. Но она обычно больше. Здесь, видите, она такая миленькая, но мягенькая. Должна быть очень вкусная. Дальше помидоры. 99 рублей. Вот такие. Ну, нормальные, не знаю. Попробуем. И 4 огурчика. В том числе это на роллы пойдет у нас. Вот. Вот и, в принципе, вся закупка моего мужа. Так что давайте покажу вам. А, еще вот что хотела показать. Еще дают сейчас в ленте вот такие штучки. Не знаю, что это такое. Наклейки, татушка, фишка. Вот. Вот такие вот дают. И, конечно, новогодний журнальчик лентовский. Вот. Очень тоже. Ну, он всегда красивый, его приятно листать. Видите, всякие уже новогодние здесь варианты. Можно, например, варианты сервировки стола отсюда взять, да? Смотрите, какая утка вкусная тоже. Так что еще журнальчик дали мужу, я обязательно полистаю. Вот, ну и давайте покажу вам чек.